Привет, друзья, меня зовут Илья, рад вас всех приветствовать. Дело в том, что я нахожусь на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, и мое внимание привлек какой-то странный привет. Добрый вечер, извините, что отвлекаю вас. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут рэпер Сева, а вы, так понимаю, Илья Шаловейкин. Верно. Очень приятно. Вы знаете, сегодня те звуки, которые я издаю, эти странные звуки. Да, очень странные. Это очень странные звуки, я согласен с вами, но я ничего не могу с собой поделать, потому что во мне играют мои гены. Дело в том, что мой двоюродный дедушка, который ныне живет в Германии, в Цвишенберг-Графенштейн-Ротенбурге, он является королем баварского йодля. Вот эти звуки, которые я издаю, это тирольский йодль. Ведь рэп уходит своими корнями именно в йодль, поэтому я хотел бы вам предложить, дорогой Илья, выдвинуть с вами на премию Героя Рунета альтернативного кандидата. Моего двоюродного дедушку Франца Ланга, короля баварского йодля. Что скажете? Это отличная идея, Сева. Мне тоже очень нравится эта идея. Да, я думаю, он достоин. Только не надо целовать меня на Дворцовой площади, хорошо? Итак, Илья Шаловейкин, да, и рэпер Сева представляют альтернативного кандидата на премию Героя Рунета, мой двоюродный дедушка Франц Ланг, король йодля. И только попробуй облить его грязью, Илья Мэдисон. Все, пока. Голосуйте за Франца Ланга, короля баварского йодля. Все, у нас тайник, Илюха. Все, пошел. Пока. Sing den jedes Händlerin, darum zieh ich jedes Jahr in die Berge, das ist klar. Und ich sing mit frohem Sinn, weil ich dann in Urlaub bin. Thank you.